Я продолжаю серию видеороликов на лайв-канале. Привет всем, ребята, кто меня смотрит еще и на лайв-канале, помимо что обычного канала. Серия продолжается на лайв-канале, и сегодня будет, наверное, очки получу, покажу вам, что я заказал. Потом сегодня, вот видите, у меня качели. Они стоят несуразно так. И вот тут у меня доски были. А здесь проросли сливы. Ну, вот у соседей там садик. И они все проросли. Надо вот это вырубить. Дикарка такая. Разровнять площадочку и сюда поставить качели. А здесь будет у меня мангал когда-нибудь стоять на этом месте. Ну, все, в общем, посмотрим. Так что не переключайтесь. Комментируйте, чаек эффект заварите, как на основном канале, и погнали смотреть. Нет, когда фон. А что мне открывается? Я не то открываю, за форму. Маша, мне надо отмазать. У нас есть вещи, которые приволок из этого старых домов, и мы ими сделаем небольшой декор в нашем дворе. Вот корзина, не знаю, может, вы видели уже в этом виде. Сейчас чуть подчиню. И такая жена цветочки сейчас ставит, и будет у нас летняя кафешка. Ну, видели же, да, вот у нас столик сделал я с помост. Там сейчас качель установим. Ну, в общем, такие вот дела, ребят. Какой-то странный цвет. Написано орех. Потом когда высохнет, будет нормально. Вот и ладно, сейчас высохнет. Как-то мне не нравится, как она. Так обновили. Для улицы порядок. Пойдет, нормально будет. Еще вот купили такую штуку, называется, ну, в общем, вот такая текстура будет, краска в баллончике, текстура камня, краска с эффектом природного камня. Сейчас попробуем этой штукой сделать красивыми вот эти горшочки. Не знаю, но мне вот этот горшочек так нравится. Ну ладно. Сейчас преобразим их в каменный. Обеззажириваем. Прикольно. Необычно. Да.
потом второй слой сейчас подсохнет. Куда же я сейчас надеюсь, как от меня не слата? Внутрь же что? Это не для. Внутрь, я вот на бочину хочу. Нижняя хорошо покрасится. Стоять, будет тоже камень. Мне кажется, просто одно расстояние и посильнее нажимать. Вот. Видишь, как вот тут на расстояние попало? Давай на расстояние. Начинается. Необычный, да, как? Подложи доску под вторую. Занимайся. Вот, побежал-то. Носится. Тут попробуй на качели залезть. Высокие такие. Тебе помочь, пап? Ну, надо было как-то в середину попасть в доску. Только они качаются. Может это песком еще подсыпать внизу? Все отлично. Я слишком удобно. Да? Куда? Ну, где-нибудь рядом здесь. Устали все ноги. Вот. Или хотя просто перенести его оттуда убрать. Жара, я решил немножко спастись от жары у себя в подвальчике. И собираю теперь стеллажик. Стеллажик, когда покупаешь, выглядит вот так, вот такая коробка. Небольшая, компактная для перевозки. И потом, когда его собираешь, он превращается вот в такую штуку. Вот, большую. И я уже полчаса кручу болты. Само удовольствие в этих стеллажах то, что вот столько запчастей, и все это надо собрать. Помучиться и собрать. Погнали. Спасибо. О, готово. Что, у нас продолжается, ребят, движуха. Сегодня мы с Дмитрием Афанасьевичем поехали в Москву. Да, Дмитрий Афанасьевич? Да. О, какой он сегодня вокзал, красавчик. Что мы сегодня делать-то будем тут? Дочу забираю. Дочу сейчас с севера. Вот, ребят, карантин закончился, мы Москву смотрим сейчас. Что тут? Вроде люди ходят, движение есть. Ну, жарко, жарко. Значит, решил подешевле купить на вокзале. Сумочку, да, приобрести. Какой? А вот такую, но только коричневую. Нормально. Нормально. Нет, что-то хоть побольше у меня. Вот такая. Вот такую сумочку. Ну, модно, она сама то. Так ее вот так. На, да, полез, на пузо, да. Так. Ну сейчас мы оденем, покажем. Оденем, опажем, что мы сегодня. Павлович. Это вот так сумочку. Первое приобретение у вас. Можешь мне тоже такую же купить. А? Можешь мне такую же купить. Ну давай, пошли. На вокзале. Что-то боюсь. Едем обратно, Павел? Да, едем обратно. Слава Богу. Меры безопасности? Да, обязательно. Советуем даже. Каждый приказ. Делают с бархатными ручками. Да. Говорят, шоколадные ручки.
Хочешь на чуть-чуть побрызгать этот парень. Все, в Москву съездили. Смотрите, какие красивые места для отдыха у нас есть. Нырять с моста. Вода прозрачная. Но машин, правда, много. Но вещь. Тут я магнитики дал в этом месте. Продолжается отправка лотов некоторых. Некоторые вещи продаются. Обязательно загляните на страничку ВКонтакте. И вы увидите, что продается. Вот этот один лотик у нас уже продан. Сейчас будем упаковывать и на почту отправлять красавчиков. Ну что, ребят, в принципе, подошла к концу эта серия. Я думаю, если вам понравится этот формат, понравился, обязательно цените лайками. Ну и напишите, нравятся вам такие форматы видео. Вот, сейчас пошли грибы, у нас сильный дождь был, промыв большой был, здесь все залило, в общем, я не знаю, какой-то кошмар. Так что, ну это будет, наверное, уже в следующем видео, я вам это все покажу. Ну и в конце, вот такие у меня новые очки. Как вам очки мои? Нравится, не нравится, напишите. И вот они делаются вот так. Оп, я давно мечтал, так как у меня плохое зрение. А раньше я очень любил с такими очечками ходить, с темными. Но как стал очки обычные носить, перестал темные носить. Ну, невозможно, потому что всякие с прищепками было неудобно. А тут в оптике вот такую интересную штуку я нашел. Так что обязательно оценивайте лайками, пишите ваше мнение, комментарии. А так, с вами Олег Кошевой был. Пока-пока.